Какие еще у нас новшества? В ЕГЭ по истории появится задание на написание исторического эссе. В связи с изменением заданий увеличено время на прохождение ЕГЭ по химии на 30 минут. Также увеличено время на прохождение экзамена по истории и обществознанию на 25 минут. Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в любой вуз, на любую специальность. Значит, необходимое количество баллов, которые ребятам необходимо набрать, чтобы получить аттестат по русскому языку, это 24 в этом году. Для того, чтобы поступить в ВУЗ, минимальное количество баллов по русскому языку – это 36. Профильный уровень по математике – 27 баллов минимальный, а базовый по математике – это по пятибалльной шкале, там 3 балла необходимо. Значит, ЕГЭ у нас пройдет в этом году в 2 этапа. Это досрочный и основной этап. Досрочный этап ЕГЭ у нас уже стартует с 21 марта. Он проходит в Краснодаре. Основной этап ЕГЭ – это у нас с 27 мая по 30 июня. Впервые для проведения ЕГЭ по обществознанию расписанием установлен отдельный день. Это 8 июня.